Валерий Газаев объявил о своем уходе с поста главного тренера ЦСКА. Этот факт подтвердил пресс-атташе клуба Сергей Аксенов. Свое решение об отставке наставник красно-синих озвучил сразу после окончания победного матча с «Нанси». 54-летний специалист, начиная с 2001 года, трижды приводил армейцев к золотым медалям чемпионата России. Газаев впервые в истории отечественного футбола завоевал с клубом Кубок УЕФА. О том, кто придет на смену Валерию Георгиевичу, руководство клуба пока не сообщает.